мастерах и Галлопа. Название «Ситарюк» образовано из первых иероглифов имен этих мастеров. Кирова Мабуни считал, что самым главным в карате является ката, в котором собраны воедино приемы защиты и нападения. Необходимо понимать смысл каждого движения в ката и его правильного выполнения. Он первым ввел понятие бункай-кумите, определил назначение и установил правильное употребление каждого ката для того, чтобы в конечном результате уметь применять приемы в свободном спарринге, а также для передачи знаний, зашифрованных в ката последующему поколению. В школе Ситарю, в отличие от других стилей и направлений карате, имеется самое большое количество ката – более 50. Кенва Мабуни утверждал, что тот, кто полагается только на практику спарринга, игнорируя ката, никогда не достигнет прогресса в карате и не поймет истинного.